Всегда не понимал я, почему герой вроде все правильно выполняет свою роль, но почему в конце, чтобы нажать на курок, там начинается очень долгий диалог. Откровение, разговоры за душу, даже не рыпайся, сразу тебя за душу укушу. Услышу, если что не так, но неужели, а, без пафоса никак. А враг не спит, он играет с годам, ловкий друг, и герой уже лежит рядом. И так обидно слышать этот подлый смех. Я сделал вывод, уходя, гасите всех. Свое кино, бывает драма по принципу домино, боевик и даже приключения. Не знаю, оцени свое везение. И зачастую часто так бывает, ты доверяешь, а другой играет и обсуждает за твоей спиной. Тот человек, тот самый родной. Я думаю, время дружить с рогами и пара двери открывать ногами. И смеется тот, чей последний смех. Уходя, гасите всех. Эй, уходя, гасите всех. О, уходя, гасите всех.